ежегодно перевозимых пассажиров. 18 тысяч сотрудников, сотни рейсов в день, множество авторитетных международных наград, высочайший уровень безопасности полетов и самый молодой самолетный парк в мире среди крупных авиакомпаний. Это все Аэрофлот. 92 года гражданской авиации в России. 92 года Аэрофлоту. Аэрофлот. Всегда рядом. Аэрофлот. Национальный перевозчик страны. История компании тесно переплетена с историей нашего государства. Аэрофлот разделил со страной тяготы Великой Отечественной войны. Для компании стало делом чести сохранить память о подвиге народа. Сегодня реализуются беспрецедентные проекты. Принято решение присваивать отечественным самолетам «Сухой Суперджет» имена прославленных пилотов гражданской авиации. В парке Аэрофлота появились лайнеры, носящие имена «Маршалов Победы». В районе аэропорта Шереметьево будет заложена аллея героев в память о героях Советского Союза, заслуженных пилотах, участниках войны. Аэрофлот первым из российских перевозчиков ввел традицию предоставлять ветеранам Великой Отечественной войны бесплатные билеты на свои майские рейсы. В рамках акции, приуроченной к 70-летию Победы, Аэрофлот организовал бесплатную перевозку по России и Европе ветеранов и лиц их сопровождающих. Более 20 тысяч человек приняли участие в беспрецедентной по масштабам акции. Она в полном объеме распространяется на ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в странах СНГ, Прибалтики и Грузии, и являющихся гражданами соответствующих стран. Мы помним, что у нас общая история, и победа тоже общая. Мы помним, чьей жизнью и чьими подвигами завоевано чистое небо над планетой. Аэрофлот стремится делать все, чтобы продолжались встречи ветеранов с однополчанами и родными. Чтобы жители мирных городов и сел могли поклониться своим освободителям. Чтобы на братские могилы российских солдат возлагались сотни венков на всем пространстве от Владивостока до европейских столиц.